Неспокойно было на прошедшей неделе в одном из домов по проспекту Ленина. Ссора в коммунальной квартире неожиданно переросла в поножовщину. При этом орудие нападения было довольно экзотичным. Конфликт происходил на бытовой почве. Это коммунальная квартира. Соседи что-то не поделили. И один причинил другому телесные повреждения тростью с клинком. Серьезных ран никто из участников конфликта не получил, а историю появления в квартире холодного оружия предстоит выяснить саровским полицейским. На дорогах города всю неделю царило относительное затишье. Произошло всего 4 ДТП, и лишь в одном пострадал пассажир. Женщина-водитель при повороте налево не уступила дорогу автомобилю, который двигался прямо. В результате ДТП пассажир автомашины Volkswagen Polo, ребенок 2015 года рождения, 2 годика ребенку, получил незначительное телесное повреждение в виде ушибов мягких тканей. После осмотра врачами юный пассажир был отпущен домой. Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и требования знаков. Настоятельно рекомендуют быть предельно внимательным за рулем и учитывать погодные условия. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.